Добрый день. Сегодня 15 июля 2023 год, Подмосковье. Привез два подстраховочных отводка на облетник с маточниками на выходе. Эти отводки будут подстраховывать облет основных маток в основных семьях. Вот, на случай, если там матка при облете потеряется, здесь будет запасная облетываться. Если там матка облетится и здесь матка облетится, то эти матки в отводках будут выставлены на продажу. Желающие, если кто хочет купить, может приехать и купить их. Единственное, что преимущество будет те, преимуществом пользоваться, кто будет брать на рамках с пчелами вместе. Вот это уже готовый отводок. Здесь на 6 рамках я набирал. То есть на одной, на двух или на трех рамках можно матку уже купить, чтобы не подсаживать. Ну вот, когда привожу, вместо дна ставлю теплую потолочину, корпус и потолочину сверху. И после перевозки потолочину снимаю, вытаскиваю вентиляционную решетку и ставлю сразу вкладыш для литка в потолке. После этого ставлю крышу. Через 10-12 дней контроль яйцекладки матки. Если матка потеряется здесь при облете, все пчелы возвращаются назад в свою семью. Или можно сюда еще матку какую-то подсадить, если она будет. Вот. Если продается матка отсюда, пчелы присоединяются назад к своей семье. Вот такой принцип. Это вот один отводок. Это подстраховочный отводок, сформированный от 12-рамочного улья на рутовскую рамку. Второй отводок, и еще планирую два отводка. То есть будет всего 4 отводка, 4 матки. Ну вот они сейчас быстро определятся, вот уже в крышу пошли. В этом году очень мне понравился такой вариант под отводки. Вот, можно будет спокойно относиться к любой силе отводки. Вот я сейчас покажу, насколько слабый отводок, и я за него даже не переживаю. Вот если послабже, вот такой вот литок открываю настолько. Вот сейчас силу отводка здесь покажу. Водичку берут потихоньку. Ну вот здесь всего вот столько пчел. Вот, и тем не менее литок будет хорошо охраняться.